Привет, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение GTA. И мы едем домой к Майку, на Майкла мобиле, и нас, наверное, там будет что-то связанное, я так понимаю, с кино, потому что в конце прошлой серии от сына Майкла пришло Франклину сообщение, что типа, мол, батон там, короче, вообще кинозвезда, все такое. Вот, кстати, нам даже не домой надо ехать, а вот сюда вот. Ой, простите. А, нам надо переодеться, я так понимаю. Я понял. Даже так. Да, так что сейчас у нас Майкл пойдет получать кинонаграду за лучший маньяк и помощник режиссера. Наденьте парадный смокинг. Пап, скоро... Так, тачка есть, надеюсь, костюм... Покруче, надень костюм покруче. Ой. Так... Что тут у вас есть покруче? У меня деньги-то хоть есть? 240 тысяч. Надеюсь, хватит. О, давай вот это вот. Что такое? Так. О! Не. Капец. Что это за нахрен вообще? Что это за шорты со смоук? О, боже. Все серьезно? Не, давай, короче, тогда вот... А вот этот возьмем. В принципе, нормально, да. Все. Хорошо, ладно. А, нам вот тут надо брать? Блин, зашибись, я не там купил. Ну что, это тоже хорош. Ладно, давай здесь купим. Там купим, здесь купим, не беда. У меня, кстати, все костюмы почти есть, кроме вот этого вот. Так. А давай тогда дадим. Вроде ничего. Все. Мне что-то какое-то особенно надо купить, что ли? Я ничего не понимаю. А, вот, смокинг. Вот, точно. Все, блин. Это беспонтовый смокинг, если честно. Ну, ладно. Сказано его купить, значит, его и купим. Вот. Я только что обсмеял костюм со шортами, а сын с ней в этом ходит. Ну, фиг ли, Майкл старпюр. И любит старый стиль, а сына, но молодежь. И любит новый. Видать, я такой же. The Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Open that champagne, Jimbo. Woohoo! Me and the big dog getting our drink on. Hey, hey, where you going with that? Woo! My dad's a movie producer! Jimmy, get back down here. Which makes me a movie producer's kid. Jimmy! I'm gonna ride out the next two recessions without ever having to work. And I'm gonna get a sports car and a drug habit before appearing on Reality Rehab Show. And then, I'm gonna sell my story and become really judgmental. And I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs to become a producer too. And I'm gonna make even shittier movies than my dad does. Cause I don't care about movies like him. For me, it's just an opportunity thing. Все сказал. Woo! Yeah! You see the Striz Edge losers? Jizzle in the movie bizzle. Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it, and I don't like it. We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Get back down here. And not to, like, gawk at celebrities from behind a barrier. We're actually, like, properly invited. V to the I to the P. Jimmy, read my necro. Когда он успел как-то глюкаться? Еще даже до кино не доехал. T. Titled. Cause I am. Jimmy! Oh, Pop, chill. I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. О. Мудак звонит. Jimmy, shut up a second. Hey, Devin, look. I need to say about Molly, man. I'm sorry, but I didn't do it. I told you to slow it down, slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not gonna forget. Да, Майкл, что ты перед ним распинаешься? Завалить говнаря и бабки у него забрать, и тачки забрать. Me, cause this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, slick. Forgive and forget. Namaste. Check it out. Какой-то он был недоволен. Салют, где салют? А, во, ничего себе. Идите по красному ковру. Ё-моё.
Не, ну это надо с видом от первого лица, по атмосфере. Джим, давай сюда, что ты там идешь-то? Фига себе. Что-то, правда, нас никто вообще не фотает. I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. I'm Laszlo from Fame or Shame, but I do some acting on the side. I was wondering if... Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. Pervert. Come on. No. Let's go over She's here. Lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Loved the movie. Well, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that okay. was... Okay. All right, Jesus Christ. That was emotional. Stick and I just have a hug. Okay. That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit, dick. Вот, у нас не захотел брать интервью. Ну, well, у нас с ним сложные отношения. I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. По сути, он мог даже ничего не сделать, но только одним словом уже все испортил. Хотел 2 минуты. О, у нас еще 2 минуты. Окей. Ну, я думаю, подобающую тачку взял, на которую мы быстро долетим. Я не знаю. Этот богатый ассол пистолет на меня, потому что я не шиткан фильм. И потом его лояр умер, и он просто сказал мне, что он будет убить твою маму. Ты убил лояр? И теперь он будет убить маму и Трейси? Он не будет делать ничего, если я должен это сказать. You fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. I would... Look out! I would never do anything to put you in danger. Shit. All right. Okay. They'll be fine. They're tough. This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything? No, he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all of these connections. I'm sure it's just talk. Не, все-таки кто-то здесь есть. All right, Jimmy, you gotta hide. I'm gonna find the girls. The fuck are you doing? А где остальные? Tracy, we gotta get in there, Michael. He's in there with our girl. Mom, Dad, fuck! Stop it! Do something! Help me, Daddy, help me! Тихо, да не ёрзай ты! Be quiet! Stay here. Keep your heads down. Be safe, baby. Don't you worry about me. Так, ладно. Occupants! Они даже близко не были готовы. Оба еще даже только из душа вышли. Вы что, серьезно? Граната? Как его? Хана дому, походу. Ну вышли нахрен из дома. Я по закону вас имею право заставлять. Ребятки, это серьезно на самом деле. Посмотри, как она наряжена, да? Броники. А где Джимос? Джимми, иди становись мужиком, надо тут говнюков валить. Давай еще. Все, найс. Еще есть или кончились? Не, где-то он там есть один на улице. Пойдем посмотрим. Где ты? Не в ту хату ты полез, дурачок.
Так, вон еще. Типа спрятался, да, называется? Да. Не ищи, доча, все нормально. О, куда тачки делись? Так, а что, все? Ну так-то больше не видать. А, не, вон еще подъезжают. Нормальная такая премьера фильма тут, Зус. Прям боевик не слабый, я бы сказал. Ну, я думаю, после этого надо будет поговорить с этим богатейкой. Немножко ему объяснить, что не стоит трогать семьи. Дверь закрой, дует. Все. Ух ты, собака! Трейс! Аманда! I think they're gone! Все. Поди заперлись там. Ух ты! Got you, dick! It's gonna be alright! No, it's not. What was that? Someone there? I'm gonna start shooting! Fuck! Yeah, you like that, don't you, huh? Take it off. Get the fuck off me. I thought I was on that guy. So you sit on his face? It's called teabagging? I really fucked him up good, though, huh? Чайный пакетик, блин. It's all gonna be okay. Stay put. Чайный пакетик, блин. Он, короче, бате сделал чайный пакетик. Сойти с катушек. Выполнено. Ладно, нормально. В общем, не посмотрели мы на премьеру фильма. О. They came to my house, Lester. My house. So I asked Amanda and the kids to move out for a few days. I hate to say it, but Meriwether isn't short on excuses to come and kill you, nor is Devin Weston. I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. All right, right. I don't know what to say. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any hotter. That's smart. Meet me at the strip joint. I'll get word to Frank and Trevor. Да надо не хранилищем тебе, Майкл, заниматься, а убивать этих мудаков, которые нападают на тебя, на твой дом. Это не порядок. Это вообще, я считаю, надо вообще сливать просто в первую очередь. Как его там, Дэвид, и ФБРовцев тоже сливать уже. И в комментариях люди пишут за убийство этих мудаков. Вот, я, в принципе, тоже был бы с радостью. А они все хранилище. И так проблем выше крыши, а они еще со своим хранилищем. Ну ладно, едем тогда на... Что, в стриптиз-клуб надо ехать? Других пока заданий у меня нету. Поэтому едем туда. Едем брать хранилище, так понимаю. Начинать операцию. О, Аманда звонит. Майкл, did you find them? Who? The person who sent the mercenaries to our house. I'm working on it. Are we safe? You said we would be safe. He's not gonna try that again. I'm on top of this, Amanda. Trust me. Really? You're sure? I'm positive. Look, I love you, baby. I'm gonna take care of this. Не, ну она правильно беспокоится. Мне кажется, надо на данный момент сейчас не хранилищем заниматься, а, блин, безопасностью своей семьи в первую очередь, а потом уже заниматься заработком больших кусков бабок. А то заработаешь ты большой куш, а толку-то делить-то его ни с кем не будет. Семья-то под угрозой. Ладно, мы, в принципе, уже почти приехали, вроде как. Поэтому тут уже паузу не буду стоять. Все, вон у нас, собственно, стриптиз-клуб. Посмотрим, что они там сейчас нам скажут, что они там задумали. Ой. На что-то непонятное наехал. Здорово, здорово. Все, пойдем.
Блин, смотри-ка, в клубе тут цветет жизнь прямо народу. Ну как народу, хотя... Этот все там сидит. У тебя там еще это, мозоли нету? Столько сидеть-то, блин, с девахами. Так, тут, как всегда, пусто. Эй, sorry I'm late. Oh, we were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. You're the one who likes to talk. Watch your back, you two. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you! All right, excuse all right, me, all right, enough, huh? Enough! Thank you. Okay, this is it. Well, we have two options. They're both a little, out there. But then again, what do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage, and then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. We'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two, we cause a distraction out front. Make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, have we? The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay, let me show you the board. To recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and then modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. It's gotta be stored in a parking garage near the UD. There's gonna be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious, what's it going to be? Ну и что, у нас, как всегда, два варианта. Можем действовать тонко и аккуратно, а можно действовать очевидно и открыто. Блин, даже не знаю. Если честно, действовать тонко и аккуратно и изящно мне больше нравится. Но я так действовал вроде как. Хотя, если честно, я не помню, как я действовал раньше, если честно. Но, по-моему, скорее всего, я выбирал ответ А. Я думаю, наверное, вы тоже согласитесь, что надо устроить немножко, как говорит один мой знакомый Олег с одного одноименного канала, бум-шакалака. Давайте устроим этот, собственно, бум. All right, we're going through the wall, so we'll just need a skeleton crew. Okay, two gunmen and two drivers. The first driver will pilot one of the choppers getting you out of there. Half the gold will be in that chopper. So these better be some safe effing hands. And the second driver's in charge of the train. I don't think we need to hire someone very expensive for this. Так, ну я уже вижу первого. Выберите водителя. Тальяна, она уже с нами работала, и у нее довольно-таки сами хорошие показатели, и самое главное, низкий процент. Так что ее, естественно, мы берем. After the bureau, I'll stick with them. Так, второй водитель у нас получается. Что еще есть? Только... Ну, либо вот этот лошара, который, я не знаю, походу, водителем чего был, что у него такое вообще самообладание, вождение, выбор ТС. В общем, давай вот этого так выберем. Мы можем позволить себе как раз немножечко подороже. Gunman 1 is with Franklin,
burrowing in and pulling out the gold. Gunman 2 hits the bank lobby with you and makes it look like you're a couple of idiots trying your luck. Так, стрелки. Ну, на стрелках я сильно шеф, Сани, шеф. Что-то знакомый шеф. Дядь какой-то знакомый. Кстати, Сани, у него, да, у этого процент выше. Это значит, где-то я с ним, значит, уже просто работал. Выполняем, может, какое-то задание. Давай тогда его возьмем. В принципе, процент недорогой. Так, второй, выберите стрелка. Давай вот этого, наверное, выберем. Процент невысокий, по сути. В принципе, характеристики у него хорошие. Ну и надо же нам, чтобы кто-то умер. А он нормальный кандидат. Hey, you gotta give the guy some cred for coming out of the bureau with his abilities. I reckon he learned something. Not enough to charge more. This is the big one. Is there anything you want to go over? Да ничего не хочу, уточняй, все, давай. Погнали. Great. All right. We get the tunnel bore machine and we're good to go. Fucking glory seeker. Oh, you got any better ideas? Obviously not, otherwise you already killed me and done the gig yourself. I mean, what kind of vain asshole decides that the best way to rob the largest holding bank on the West Coast is for him, and him personally, to come at the front door? The kind of vain asshole who's stuck working with you, you douchebag. Okay, all right, ladies. We gotta move. Come on. Man, can we fucking do this? I'll show you what you need. Как они собрались что-то грабить, блин, если у них тут, блин, и 5 секунд не проходит, чтобы Тревор с Майклом друг друга не покусали. Точнее, я бы даже сказал, что кусается-то в основном Тревор. Майкл-то его как бы и не трогает. Это Тревор что-то моросит в сторону Майкла. Ну да ладно, это их дрязки, в принципе, за этим наблюдать. Пока что еще интересно, хотя немножечко уже напрягает. Че, пацаны, бухайте, бухайте. О, Трейси. Трейси? Daddy, are you okay? Yeah, sure. Why not? Cause some guys came to our house with automatic weapons, maybe? I'm dealing with that, honey. You don't need to worry. Money doesn't matter when you're dead, Daddy. Правильно, видишь, что тебе говорят? А денег нет толка, если ты мертв, папа. И я с ней абсолютно согласен, Майкл. Надо бы, наверное, все-таки, прежде чем делать хранилище, надо бы наведаться к этому дядьке и надрать ему его старую гребаную задницу. Ну что, друзья, мы с вами продолжим в следующей серии. Всем спасибо за внимание, не забывайте поставить лайк. Лестер. Так, привезли на склад, отлично. И нужен транспорт для отхода, и нужен бур для, я так понимаю, хранилища. Но это мы уже будем с вами увидим в следующей серии. Всем пока.